Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает передача, которая, наверное, можно описать так. Есть вещи, которые можно прочувствовать, есть вещи, которые можно увидеть, есть вещи, которые можно услышать, есть вещи, которые можно попробовать на вкус или на запах. И все это, конечно же, имеет какие-то неоспоримые факты. Но есть такие вещи, которые невозможно ни почувствовать, ни понюхать, ни на вкус попробовать, ни увидеть. Но, тем не менее, это не значит, что их нет. Так вот, передача Нины Бастет «Неочевидное, но вероятное» как раз доказывает тот факт, что только потому, что вы что-то не видите или не слышите, это не значит, что его нет. У нас в студии Нина. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пожалуйста, скажи, во-первых, я знаю, что у вас есть объявление, да. А потом, после объявления, мы продолжим разговор о теме, которую вы сегодня предложили. Окей. Я сначала хочу, как всегда, я давно это не говорила, но всегда это делаю, дать вам понять, что во время передачи я вам посылаю от высших сил любовь и исцеление. Поэтому слушайте, исцеляйтесь, наполняйтесь энергией, счастья, любви и здоровья. А передача, которая будет сегодня, я сначала объявлю тему, а потом сделаю объявление. Тема будет такая: счастливые или несчастливые события в нашей жизни, как к ним относиться и что такое счастье с этой точки зрения. Так что вот это будет тема, я ее повторю еще раз, но давайте я сделаю объявление. 21 июня, день летнего солнцестояния, один из самых сильных энергетических дней года. Испокон веков женщины, ведуньи, на чьей энергии держится счастье семьи, сила и успех ее мужчины и ее собственное здоровье и молодость, проводили ритуалы для наполнения себя женской энергией. С 21 по 23 июня в Висконсине будет проходить женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Этот ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и хорошо отдохнуть от своих каждодневных забот. Звоните за информацией. У нас есть еще всего несколько мест осталось. Звоните 224-688-0155. 224-688-0155. Еще следующая встреча клуба женской силы «Я богиня» произойдет 17 июня в понедельник в 7 часов вечера в Buffalo Grove. Желательно зарегистрироваться, поэтому звоните 224-688-0155. Еще раз, это понедельник, 17 июня в 7 часов вечера. Ниночка, а еще есть, я вижу, объявление, да, давай мы тогда уже, как говорится, выдадим все сразу на гора, а потом будем решать, что делать дальше. Да. Итак. И для объявления для незамужних, то есть свободных женщин, которые ждут и надеются встретить свою любовь. Я провожу еще один ретрит 6 июля, это будет с 5 по 7 июля, на день Ивана Купалы. На ретрите будет проводиться семинар и практика для осуществления мечты и привлечения в свою жизнь любовь и достойного мужчины. И главное слово здесь – достойного. Номер телефона еще раз для того, чтобы со мной связаться – 224-688-0155. Так, ну а теперь давай я сразу объявлю номер телефона в студии, так как он понадобится всем тем, которые захотят поучаствовать в сегодняшней нашей программе. Номер телефона в студии 847-400-5200. А для чего мы даем этот телефон, сейчас Нина вам расскажет. У нее появилась классная идея, поэтому вперед. Я бы хотела на сегодня поменять немножко формат передачи. И, конечно, в этом нам могут помочь только наши радиослушатели. Я бы хотела провести эту передачу в интерактивном общении с вами, дорогие радиослушатели. Еще раз объявлю тему: счастливые и несчастливые события в жизни и как к ним относиться. Мы все знаем пословицу, которая говорит: не было бы счастья, да несчастье помогло.
И я уверена, что почти у всех в жизни были такие ситуации, когда что-то нехорошее, по нашему пониманию, происходило, а потом это приводило к чему-то просто замечательному или удивительному. И вот я предлагаю, вы звоните нам, рассказываете свою ситуацию, я ее или комментирую, или помогаю вам как-то к этому по-другому относиться, это если вас волнует этот вопрос. Или вы можете просто рассказать ситуацию, которая уже произошла и которая послужит примером для других людей. Поэтому еще раз звоните нам. 847-400-5200. Ну, я думаю, для того, чтобы как-то немножко облегчить нашу участь наших радиослушателей в этой передаче. Может быть, ты поделишься каким-то примером? До примера я хочу рассказать одну притчу. И притча говорит о том, как по-настоящему, что значит принимать счастливые и несчастливые события правильно. Это значит жить здесь и сейчас. Так вот, притча о крестьянине, который жил во времена Лао Цзы в Китае. И это был старый крестьянин, который был очень бедный. И все, что у него было, это была очень красивая лошадь. Она была настолько красивая, что даже и императоры предлагали ему купить. Но он отказывался. Ему все говорили: ты дурак, типа, продай эту лошадь, ты же будешь богатый. Он говорит: нет, не продам. И вот в один прекрасный день лошадь убежала. И когда люди увидели, что лошадь убежала, они все ему сказали: вот ты такой дурак, вот если бы ты продал лошадь, а что теперь у тебя будет? Теперь ты будешь все бедный, ты будешь жить и страдать. И безлошадный. И безлошадный. И он говорит: не заходите слишком далеко, говорят так. Просто скажите, что коня нет на месте. Таков факт, остальное суждение. Что бы ни было, несчастье или благословение, я не знаю. Кто знает, что последует? Люди смеялись над стариком, но через несколько дней ночью конь вернулся. Он не был украден, он просто убежал на волю. И он привел с собой дюжину лошадей. Опять люди собрались и сказали: старик прав, это не несчастье. Это ясно, это было благословение. И старик им отвечает: опять вы заходите далеко. Просто скажите, что конь вернулся. Кто знает, благословение это или нет? Это только фрагмент. Вы прочли одно слово в выражении. Как вы можете судить целую книгу? В этот раз люди много не говорили, но внутри себя решили, что он не прав. 12 прекрасных лошадей – это же счастье. У старика был единственный сын, который стал объезжать этих лошадей. Всего через неделю он упал с лошади и сломал себе обе ноги. Люди собрались вновь и опять судили. Ты опять доказал свою правоту. Это несчастье. Твой единственный сын потерял ноги, и в твоем преклонном возрасте он твоя единственная опора. Теперь ты еще беднее, чем был. Вы одержимы суждением. Не заходите так далеко. Скажите только, что сын сломал ноги. Никто не знает, несчастье это или благословение. Жизнь приходит этапами, а больше нам не дано. Так случилось, что через несколько недель страна вступила в войну, и все юноши пошли в армию. Остался только сын старика, потому что он был калека. Вся деревня кричала и плакала, потому что это было решающее сражение, и они знали, что большинство парней не вернется. Они пришли к старику и сказали: ты был прав, старик. Теперь очевидно, что это было благословение. Что ж, твой сын калека, но зато он с тобой. Наши сыновья ушли навсегда. И старик им вновь сказал: вы продолжаете судить. Никто этого не знает. Только скажите, что ваши сыновья годны для армии, а мой сын нет. Только Бог знает, несчастье это или благословение. И так можно продолжать еще много-много раз, да? Но тем не менее, пока мы судим, мы не развиваемся. Суждение означает, что вот мы конкретно не находимся здесь и сейчас. Мы думаем или о прошлом, или о будущем. И, к сожалению, это то, как в нашем дуальном мире работает наше сознание. Мы все время где-то, мы никогда не здесь и сейчас. А все, что значит это значит, ну, произошло событие, и мы совершенно не знаем божественный план,
на то, как оно развернется. И вот это то, о чем я хотела бы предложить нашим радиослушателям с нами поделиться. Ситуаций много. Я вспомнила несколько, которые, когда я готовилась к этой передаче. Так как звонков у нас нету, никто не хочет быть первым. Но, например, ситуация, которая произошла просто на моих глазах. Мы были на одном дне рождения в Москве, и близкий нам человек уже закончил день рождения. Это было где-то 2 часа утра. Мы были в ресторане где-то в лесу, и он хотел ехать за рулем. Его жена начала с ним спорить и говорит: «Ты что, с ума сошел?» Короче, они минут 5 спорили, кто сядет за руль. Все-таки он, конечно, в пьяном виде сел за руль. Но это был человек, ну, короче, ни во что не верующий, абсолютно ни в какого бога, ни во что. Но когда они ехали, они заметили, что прямо перед ними машина сбила пешехода. Потому что темнота, лес, он выскочил откуда-то. И даже вот этот неверующий человек сказал: «Если бы нас не задержали 5 минут, этого пешехода сбил бы я». То есть насколько, как нам Бог... где-то, как нас ангелы где-то защищают, где-то предохраняют, где-то ставят нас в тупиковые ситуации для того, чтобы оно решилось как-то по-другому. Именно это то, почему мы должны так относиться. Если для того, чтобы сказать еще одно событие, я расскажу еще одно событие. Вообще, то есть уже из нашей американской жизни это связано с одними нашими друзьями, которые где-то, вот я вам скажу, где-то в... в 2007 году или в 2006 году начали собираться строить огромный проект. И вот они строили проект, собирались, купили земля, была, все было. Очень долго взяло начало пермит взять. Уже взяли, ну, разрешение на строительство. Это было, кстати, вообще не в этой стране. Но взяли пермит на строительство. Теперь строитель должен был начать стройку. И 1,5-2 года шла борьба, там уточнение туда-сюда, никак он не может начать. В конце концов, начался 2008-2009 год. И если бы мы начали и залезли в это строительство, то это было бы еще хуже. Так этим людям остался просто земля. И этот девелопер, строитель говорит: «Это же счастье, что мы не начали строительство. Да, я там был неправ, да, я не начинал, но тем не менее, вот Бог просто на 3 года задержал». Я говорю: «Ну, если бы ты начал 3 года назад, то, может быть, что-то бы по-другому было». Но мы не знаем, как было бы по-другому. Конечно. Если бы да кабы. Если бы да кабы. Нужно просто понимать, что каждое событие, которое происходит, нужно к нему правильно относиться. Я очень много в нашей передаче говорила, почему как-то вещи не происходят. Почему кто-то богатый, а кто-то бедный. Кто-то здоров, а кто-то болеет. И как относиться к этому. То есть... иногда Бог нам посылает препятствия для того, чтобы нас сохранить от чего-то. А иногда бывают такие ситуации, когда просто вот есть кармическая ситуация, которая должна возникнуть. Я, по-моему, тоже уже как-то рассказывала. Пауло Куэльо в своей книге описывает, что известный писатель какой-то бразильский, по-моему, ездил какой-то просветленный, ехал по дороге, и с ними произошла очень сильная авария. Все стали живы, кроме машины. Машина в тотал, ну, вроде бы, известный человек, действительно, едут к просвещенной, при том с такой очень хорошей миссией, то есть там не было, то есть с миссией взять, наверное, интервью они шли. И они приходят к этой просвещенной и спрашивают: «Скажи мне, ну вот мы такие вот хорошие, да, там типа у нас все хорошо, и мы едем к тебе, ты вообще просветленный человек, то есть ты, ну, счастье, божественное просто все провидение. И с нами такое несчастье произошло?» И она отвечает, что есть вещи, которые написаны на роду. То есть авария должна была произойти. И от того, как вы провели там какую-то часть своей жизни, было зависело. Вы могли умереть, вы могли остаться калеками. Но что-то вы делали все правильно, все сидящие в машине. И именно поэтому... вы остались живы, только машина. Но аварию предотвратить было невозможно. Это был тот этап на нашем пути, что такое свобода, да, что такое свобода воли, которую нам дал Бог. То есть вот что вы думаете, свобода воли? То есть все говорим: так мы свободны выбирать или мы не свободны? Вот вопрос, который, да, то есть вопрос, который беспокоит. И свобода воли, как я считаю, и не только я,
означает, что у нас очень много дорог. Они, да, они все ведут в одно место. И куда оно ведет, мы тоже знаем. То есть, да, то есть, куда наша жизнь приведет, мы все идем. Конечно. Конечный результат мы знаем все. Да. То есть мы вернемся в то состояние, откуда мы пришли. Нас не было и нас не будет. Угу. Но, тем не менее, какой дорогой мы пойдем, да пойдем ли мы? Я думаю, что нет таких дорог, правильные или неправильные. Все-таки есть дороги, которые длиннее, или есть дороги, которые короче. Труднее, проще. Да. То есть, и все это зависит вот именно от нашего отношения к тому, что происходит. Да, ну видишь, смотри, вот тогда, я не знаю, я тебя очень внимательно слушаю, но тогда появляется вопрос. Это зависит от нашего отношения к чему-то, или это судьба, которая нами руководит? А то есть, как я уже так вот говорю, да, что судьба есть. То есть нету, то есть есть какие-то этапы, которые мы не сможем пропустить. Угу. Да, то есть есть там, например, рождение какого-то ребенка. То есть, но вот это лично мой опыт, то, чего мне сказали. О том, что, например, что есть такой вариант, что твой ребенок родится, и хочешь ты этого или не хочешь. А вот от какого мужчины он родится? Mm-hmm. Вот это вопрос. Это была ситуация с моей жизнью. То есть мне как-то сделали ченнелинг, и я спросила... Ченнелинг — это когда тебе, знаешь, да, когда... Это то, что произошло на горе Синай. Да. То есть то, что мы сегодня называем ченнелинг, тогда нам дали Тору. Mm-hmm. То есть, в принципе, что значит Тору дали? Тору дали словами, ну, конечно, правильно? То есть, да. Как есть книжка, называется Conversation with God, то есть это разговор с Богом, этому человеку шла информация от Бога. Угу. Другой вопрос, кого мы считаем Богом, а кого мы считаем... То есть главное знать, кто, насколько чистый человек понимает, принимает информацию, да? Угу. То есть тогда был Моисей, мы приняли информацию, приняли это как за правду и стали жить 2500 лет или 5000 лет в соответствии с этим, да? Угу. Но тем не менее, сегодня многие люди живут по разным ченнелам. Так вот этот ченнел, он спросил, я когда спросила там, почему, например, у меня там какие-то ситуации по жизни, он сказал, твой ребенок первый родился в правильном месте, в правильное время, угу. но от другого мужчины. Угу. То есть мой муж, второй муж, не появился в моей жизни в тот момент, когда уже наш договор был подписан. То есть мы подписываем договор с определенными людьми до того, как мы рождаемся. Конечно, не кровью и потом подписанный договор, но есть определенные кармические связи, которые выстраиваются очень много, за очень много жизней. И душа перед тем, как выбрать сюда родиться, она выбирает родителей. Я не знаю, выбирает ли она братьев заранее там, или сестер, да, своим siblings, но, наверное, выбирает. Ну, выбирая родителей, душа выбирает семью, в семью, в которой она родится. Ну, и, например, младшие братья уже будут выбирать уже вместе с той сестрой или с братом, который уже есть, да. Угу. Но, тем не менее, душа выбирает, кому ей прийти, зная при этом, что есть вариант, что эта семья разойдется. Угу. Или есть вариант, что меня будут бить. А вот теперь вопрос. Меня будут бить. Зная? Зная. Или откуда мы знаем, что она знает? 100% знает. То есть ей, потому что этой душе нужно пройти именно этот опыт. Угу. И что значит прожить правильно опыт? Прожить правильно опыт, это значит, предположим, очень многие люди, к сожалению, сегодня приходят, уже нет, но вот те же души, уже, я думаю, молодые более, может быть, так и не приходят, но вот души нашего поколения, многие люди пришли и были, как это называется по-русски, abused, это... над ними издевались, да, над кем-то физически, кого-то там, кого-то насиловали, кого-то molested, то есть, а кто-то просто моральное издевательство. Так вот, люди Советского Союза, дети Советского Союза, наше поколение. Ну, вспомните, как к нам относились родители. Побить ребенка это было очень легко. Нормально. Да? Нормально. И мы думали, что это нормально. Но мы тогда мы думали, что это нормально, не понимая, насколько это не дает нам правильно выстраивать отношения женщины с мужчиной, мужчины с женщиной. Ну, мы повторяли
проходили опыт наших родителей. А наши родители имели тот же самый опыт со своими родителями. Конечно. Но те родители были, ну, считай, послевоенное, довоенное поколение, понимаешь, да? То есть как бы это травмы души были уже во время войны. А там были, посмотрите, периоды, там революция, Первая мировая война, Вторая мировая война, постоянные войны, особенно, ну, выходцы с того, да, с Европы. И мы считали, что это нормально, когда родители бьют, когда уничтожают словами, это уже мы вообще молчим. Ну да. То есть колоссальное количество пожилых людей, выходцев из Советского Союза, мужчин, то есть они, ну, не только из Советского Союза, наверное, в Америке то же самое, я просто не сталкивалась, но не зря есть такой фильм «Grumpy Old Man», наверное, у них то же самое есть, да? Ну да. То поколение, конечно. То есть то поколение, это считалось нормальным. Ты знаешь, до создания или возникновения политической корректности это все было намного human rights больше, да, то есть как бы вот эти... Ты знаешь, нет, human rights это уже, то есть human rights больше имели отношение к расе и так далее. Ну, а вот к чему отношение, чтобы там запрещение вот родителей, чтобы не издевались над ними? Я тебе говорю, это political correctness, потому что вдруг решили, что вот создали там организации, которые следят... Боролись, следили, чтобы правильно относились, да, к детям. Но они, понимаешь, самое интересное то, что они же никогда не... Их, действительно, дети сами их не интересовали. Их больше интересовала политическая подоплека. Но тем не менее, политическая подоплека, тем не менее, надо понять, что это все было... Ничего просто так не проходит. Ну да. Но это время. Это было в порядке вещей в свое время. Особенно в семьях вот в южных штатах, там где менее образованные люди, там где, понимаешь, то есть все зависит от того, где это находилось, то есть где люди жили и так далее. Но вот у меня все-таки будет вопрос к тебе после рекламной паузы. Я тебе задам, а ты подумай. Хорошо. Вопрос будет такой. Наше отношение к чему-то, именно в смысле этого слова, наше отношение к той или иной ситуации, меняет ли может события? Ли оно, вот, да, может я ли поняла оно вопрос? Предупредить события? Да, именно вот об этом мы и поговорим. Договорились. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, спасибо за то, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что нас слушаете. А я, как и обещал, ну, во-первых, номер телефона в студии 847-400-5200. Звоните, не стесняйтесь, потому что я знаю, что это вот именно такая тема, она не может людей не интересовать. То есть любой думающий, мыслящий человек, который... ну, во-первых, интересуется философией, во-вторых, интересуется духовностью, но должен как минимум задать хотя бы один вопрос. Но дело в том, что мы перед уходом на рекламную паузу, я задал вопрос Нине о том, вот наше отношение к вещам предусматривает или влияет ли как-то на ход вещей, ход событий. Вот у нас есть первый звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что душа выбирает родителей. Окей, душа выбрала, женщина рожает ребенка и оставляет в роддоме. Угу. И дальше как и что? Это интересный вопрос. А ну, сейчас послушаем, что нам не... Это действительно очень интересный вопрос. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Если вы не возражаете, я еще раз сделаю объявление, потому что некоторые люди включаются не всегда. И спасибо вам за... А я запомнил вопрос. Так что да, делай объявление, вопрос, я помню вопрос, я обязательно помню вопрос. Я понимаю, что информация, которую я предложила к обсуждению, она очень личная. И я понимаю, мы живем в маленькой комьюнити, и это... невозможно обсуждать, это вам не постсоветское русское пространство, но тем не менее я хочу предложить женщинам, потому что я знаю, что людей интересует, потому что они мне звонят потом после передачи. Итак, я хочу объявить, что 17 июня в понедельник в 7 часов вечера встреча клуба женской силы «Я богиня», и тема клуба, тема будет очень интересная, будет просто открытая консультация, то есть вы получите
открытую консультацию по вашему вопросу. Это женский, только, во-первых, это только женщины, во-вторых, там очень маленькое количество женщин, поэтому это более лично. То есть вы не говорите на все пространство Чикаго русской комьюнити. Мой телефон, присоединяйтесь к нам, дорогие женщины, 224-688-0155. Еще раз хочу рассказать о том, что у нас будет 21 по 23 июня в Висконсине женский ретрит для наполнения женской энергии, где я научу, и мы будем практиковать, как наполняться энергией в этом хаосе, который мы называем жизнь. Как преобразовать этот хаос и превратить свою жизнь в сбалансированную жизнь, где женщина может уделять время себе, для того, чтобы оставаться здоровой, молодой, красивой и наполненной той энергией, которая нужна ей и ее семье для процветания. Я научу нескольким видам медитации, мы проведу регуляцию чакр, будем использовать кристаллы, эфирные масла, мы будем жить в великолепном месте, мы пройдем лабиринт. Короче, будет очень интересно, и вы сможете очень хорошо отдохнуть. Поэтому у нас всего, если осталось несколько мест, звоните за информацией 224-688-0155. И еще один ретрит, который я проведу очень в скором времени, это в начале июля на День Ивана Купалы. Actually, вы знаете, День Ивана Купалы по разным календарям, это вот именно конкретно или с 21-го, 23-го, или с 6 июля, просто из-за того, что календарь менялся. И тем не менее, почему бы не словить сразу два праздника? 6 июля я проведу семинар, это будет семинар и практика для незамужних женщин, которые хотят найти свою любовь. И это, опять же, будет, скорее всего, в Висконсине. И мы будем учиться осуществлять свою мечту для привлечения в свою жизнь любви и достойного мужчины. И опять же, главное слово здесь – достойного, потому что многие люди женятся, встречаются, разводятся, и так бесконечное количество мужчин и женщин проходит через друг друга. А я знаю точно, что здесь колоссальное количество свободных мужчин, которые ищут своих половинок, и свободных женщин, которые ищут своих половинок. И найти не могут, потому что не знают, не учили нас психологии. К сожалению, нас учили всему. Рисованию, черчению, которое никому не нужно в жизни. Но, тем не менее, психология... Ну, это новый мир сейчас, наши эмоции играют огромную роль, а именно этому уделяет внимание я в своей практике, очистка эмоций для того, чтобы жить спокойную, хорошую жизнь. Именно поэтому мы живем в 2000 году, а двойка – это Луна, Луна – это эмоции по нумерологии, а мы жили в 1900 какие-то года. Тысяча единица – это эго, это солнце, это наше эго, а девяточка – это Марс, это война. Поэтому было такое количество войн, такое количество, каждый боролся за себя. А сегодня посмотрите на наших детей и внуков, которые совершенно другие. Эмоции играют огромную роль в нашей жизни, поэтому, дорогие женщины, для того, чтобы понять роль этих эмоций, как они влияют, присоединяйтесь к нам, звоните мне за консультациями или приходите на женский клуб, который будет через... Это следующий понедельник. Следующий понедельник. 224-688-0155. Вернемся к вопросу, который нам задали. Да, начальник? Да, очень интересный вопрос. Сейчас ты на него ответишь, а потом я тебе задам вопрос, если еще у нас раз не будет звонков. Потому что у меня вопросов, например, масса, честно. Поэтому давай ответим на вопрос нашей радиослушательницы. Да, ребенок родился. То есть он выбрал семью. Он выбрал семью, зная, что его оставят. Ну, шанс того, что его не оставят, был тоже. То есть есть много дорог и много шансов, и каждому даются разные шансы. Но, скорее всего, это был для того, чтобы его оставили. Для чего его оставили? Когда человека оставляют, он проходит определенные уроки, и в его подсознании вкладываются определенные эмоции. То есть это будет брошенный человек, это будет закомплексованный человек, да, то есть или агрессивный, в зависимости от того, в какой он ситуации родился, в какой он родился, даже, ну, не зря мы определенные знаки зодиака приходят. В какой он родился и в какой он оказался ситуации. Но, тем не менее, это действительно душа выбрала именно эту ситуацию. По какой причине, можно всегда узнать. Если, например, вы такой ребенок, вы можете сделать регрессию в прошлой жизни и посмотреть, почему же я выбрал именно эту маму и этого отца. Почему, для чего мне нужно, если вы еще не разобрались в этой ситуации, для чего, какой урок моя душа должна была пройти? Пройти урок – это значит, я начала говорить, пройти урок – это значит
знаете, как это наша Раша, понять и простить. То есть понять и принять, и простить всех тех, кто сделал больно. То есть... Можно я приведу пример? Да. Если ты не возражаешь. Не возражаю. Ну вот, есть такая передача, я ее, в принципе, уважаю, люблю. Почему? На русском телевидении она называется «Жди меня». Почему? Потому что там люди, особенно дети, которых оставила мама где-то или родители оставили где-то, их усыновили или удочерили. И вот эти дети, прожив всю свою жизнь с новыми родителями, все-таки ищут встречи со своими биологическими родителями по одной простой причине. Они хотят узнать, что и простить. Потому что они живут вот с этой тяжестью в сердце, не зная, во-первых, почему их оставили, а во-вторых, потому что у них эта обида их постоянно тревожит, гложет. И это не просто обида. Это на самом деле, по психологии, те люди, которые изучают психологию или психологи, знают, это не просто обида. Это я не стою того. То есть это совершенное самоуничтожение себя. То есть меня не захотели. Да. Я такой плохой или я такой ужасный, что меня бросили. То есть это огромный психологический пласт, который лежит на этом человеке. Но сегодня мы живем в новом мире, и сегодня колоссальное количество практик, которые какие-то более слабые, которые дольше берут времени, какие-то очень сильные, которые помогают очень быстро, но резко и опасно. Но, тем не менее, эти практики помогают людям пройти эти ситуации. Почему? Потому что Земля идет в другие вибрации. Мы уже об этом много раз говорили. У нас, как говорят те, кто видят и те, кто получают информацию, что души стоят в очереди, чтобы родиться на Земле именно в этот период. Почему? Потому что именно это период тогда, когда душа может очиститься и перейти в новое измерение вместе с Землей. И люди выбирают, души, вернее, выбирают именно сейчас рождение в тяжелых ситуациях. Потому что это всегда тяжелое дает возможность двигаться вперед. Мы же знаем об этом. Все познается в сравнении. Да, но человек, которому все дается легко, посмотрите, какое количество людей, родившихся в богатых семьях, с хорошими семьями, с хорошими родителями, и что с ними получается. То есть не всегда хорошее приводит к хорошей жизни. Потому что у них еще больше депрессий, у них еще больше комплексов. А люди, которые... Были, кстати, был опрос сделан людьми, которые были очень богатые стали и очень successful, очень successful, это как у нас? Удачные, успешные, очень успешными людьми. Так вот, что их всех объединяло, это то, что в какой-то период времени у них был очень тяжелый момент. То есть они потеряли все и вся. И только пройдя через это, правильно пройдя, они поднялись. Правильно сделав выводы и так далее. Не только выводы, но и сформировав свое мышление. Это то, что, о чем ты спрашивал до того. То есть влияют ли наши решения и взгляд на ситуацию, меняет ли нашу жизнь? Абсолютно меняет. Мы говорим «мысль материальна», это не совсем правильное. Ну, как бы это для того, чтобы люди понимали, что мысль материальна. Но самое главное, не мысль материальна. Если бы я сказала, я завтра хочу, там, я не знаю, Мерседес, там, я не знаю, самой последней марки, не значит, что он материализуется. Но человек, например, который верит, что он родился... Ну, самое главное, что здесь вера... Есть у нас две области, это сознательное и бессознательное. То есть если человек переводит из бессознательного, из подсознательного в сознание, это уже как бы полпроблемы решены. Стоп. Вот тут вопрос. Кто помогает человеку перейти из подсознательного в сознательное и принять решение, что с этим делать? Это дорога. То есть работа над собой... Это дорога. То есть что значит перевести из подсознательного в сознание? Это значит работать над собой. Для того, чтобы работать над собой, нужно иметь как минимум знание того, что
делать и как над собой работать. Да, к сожалению, мы дожидаемся до того момента, когда нас уже так, знаешь, так уже так стукнули по голове, так, чтобы уже не подняться. Угу. И только тогда начинаем работать над собой. Но этот момент и есть самый первый знак трансформации. То есть, когда в жизни все рушится, это именно то время, когда вам сказали «все». Больше тебе дороги некуда. Или ты занимаешься собой, или ты останешься никем и звать тебя никак. Угу. И будешь болеть, будешь просто, ну, как бы доживать свои дни. Тебя не заберут из жизни. Ну да. Ты будешь гнить заживо. Угу. В своем маразме психологическом. Понимаешь, в депрессии. То есть это будет все хуже и хуже и конечно, хуже. Конечно, да. То есть... Да, ты можешь, конечно, принять антидепрессант, и тебе станет полегче, но это... Легче не станет, легче просто не притупляется, ты притупляется сознание, то есть ты себя не чувствуешь. Да, да, абсолютно. А вот когда тебе становится очень плохо, это именно тот момент, когда нужно что-то делать. И что-то делать имеется в виду, ну, слушайте, сегодня вообще колоссальное количество информации, YouTube, веб-сайт, книжек. Кто мог подумать, что такое количество книжек будет по психологии, по тому, как с собой разбиваться. И самое главное, есть колоссальное количество практиков, которые живут и в нашем городе, и во всех городах. Я являюсь одним из этих практиков. Их очень много. Я могу назвать вам очень много людей других. То есть я не сама занимаюсь всеми практиками, потому что человек не может знать все. То есть, например, один человек доведет вас до какого-то одного состояния. У вас возникнет какой-то ага-момент, вы чего-то поймете в своей жизни. То есть я являюсь, например, лайф-коуч и спиричуал-коуч. То есть коуч — это тренер, да? Uh-huh. То есть человек ко мне приходит, и я помогаю ему найти проблему. И не просто найти проблему. Найти проблему — это помогает психолог тоже. Uh-huh. Но самое главное — найти ту практику, которая поможет вам выйти из этой проблемы. И практика — это тоже не каждого для всех работает. То есть это метод... Много разных методов, то есть step by step, шаг за шагом. Uh-huh. Это работа. И я вам скажу одно, как, пойдя к человеку, который вам, я не знаю, сделает за вас эту практику, снимет с вас эмоциональную проблему на какое-то время. Потому что, добавив вам энергии, но не научив, как ей пользоваться, это все равно, что вас накормить, но не дать удочку, потому что вы завтра проголодаетесь опять. Uh-huh. То есть... дать вам практику, которую вы должны сами делать, никто за вас не сделает. Это именно правильный подход к жизни. Не просто пойти к гадалке, пусть она с меня снимет порчу, у меня порча. Нужно понять, почему эта порча возникла. Нет, понимаешь, Ниночка, проблема вся в том, что люди, особенно сегодня, они не хотят работать. Не хотят работать над собой. Они хотят пойти, вот как ты сказала, к гадалке, чтобы с них сняли порчу. О, все, вот я пришел, с меня порчу сняли, теперь я чистый, здоровый, слава богу, да? Работать, проводить работу. Работать люди очень многие не хотят, но, к сожалению. Но они доверяют, что с них снимут порчу, не понимая, что точно так же их могут обмануть. Ну, понимаете, сняв порчу, во-первых, порча и вообще вот все, что происходит с нами, имеет очень... Это как лук, который mm-hmm. вычищает шкурку. Это левел за левелом. Я сама ходила к людям, которые снимали с меня порчу. Mm-hmm. И они снимали одну, потом я шла к другой, я заплатила колоссальное количество. То есть я знала, что на мне порча, mm-hmm. но я не знала, что это наслоение одной на другой. И иногда нужно пойти к такому человеку, который снимет. Я не говорю, что это не нужно. То есть мне тоже говорят, ты сумасшедшая, ты дала такие деньги. Я говорю, я знаю, что мне это сегодня нужно. Что сделала эта женщина? Я не почувствовала ни грамму, ничего. Я заплатила огромные деньги. Но я знаю, что это может быть просто все, что произошло. Это открыло какую-то дорогу для того, чтобы я дальше могла сама этим заниматься или идти дальше. Поэтому нельзя сказать, что... Нельзя вообще этим заниматься. Можно, но нужно понимать, что это не навсегда, что это не конечный результат, что после этого вам все равно придется работать. Это mm-hmm. не таблетка от головной боли, которая снимает это толчок. Которая снимает головную боль, но не решает проблемы. Mm-hmm. Правильно? То есть это толчок к действию. Да, к чему-то, да. То есть если вам сказали, на вас порча, хорошо, снимите с меня порчу. Если у вас есть деньги это заплатить, но дальше нужно понять, откуда это идет. Есть люди, которых порча не... Что значит порча? Например, я говорила уже много раз, любой переворот – это порча. И вот мы начинаем клясть этого человека, который сделал эту порчу. Но надо понять,
Во-первых, для того, чтобы на человека поставили порчу, у него должна быть кармическая завязка с магическими силами. Угу. То есть когда-то, в какой-то жизни он сделал что-то сам такого же типа. Это первое. Второе, нужно понять о том, что эта порча могла дать толчок для чего-то другого, что должно было в его жизни произойти. То есть, например, приворожить для того, чтобы закрыть глаза, и родился именно этот ребенок, именно от этой женщины. А другой вопрос, когда, например, этот человек начинает болеть, потому что сегодня делают привороты, ну, просто люди, которые берут книжечку mm-hmm. и думают, что они все знают. И это очень опасно, потому что эти вещи приводят и к смертям, и, ну, болезням я уже вообще молчу. То есть, ну, вокруг меня очень много людей, которые приходили с такими вариантами, и я видела. Я не снимаю порчи, сразу говорю. То есть я этим не занимаюсь. Я вам говорю, что нужно делать для того, чтобы, ну, ее снять, и для того, чтобы больше не поставили. Ну, сначала ты, я так понимаю, ты устанавливаешь причину. Ну, я могу сказать причину, да. То есть я могу посмотреть, ну, как бы я не гадал, я могу посмотреть на картах. Ты можешь объяснить причину. Я не делаю это магическими путями. Но есть люди, которые делают это магическими путями, и если вам надо, я вам скажу об этом. Но тем не менее, то есть... нужно понимать, что любая ситуация, даже порча, даже магическое вмешательство было предусмотрено одним из вариантов вашей судьбы. То есть для чего-то это было сделано. Как ты сказал, если человек думает по-другому, то есть человек думает, да, на меня порча, я, кстати, так думала, не пристанет. Но, к сожалению, 20 лет спустя я поняла, что очень многие события были завязаны на порче. Но потому что я лично сделала неправильно, то есть поставлена была порча на мою семью из-за того, что я в какое-то время, период там 20 лет назад, сделала неправильный выбор. Угу. Ну, не бывает правильных, неправильных, но тем не менее я сделала неправильный выбор. И обвинить того человека, который сделал эту порчу, это значит не принять на себя ответственность, это значит не решить кармический узел, не закрыть его. А приняв на себя ответственность, я поняла, что, окей, я сделала ошибку, человек защищался, ну, как и не защищался, но он хотел этого тоже. Это его карма или ее карма, что она взяла на себя такую ответственность. У нее тоже был другой вариант. Но, тем не менее, из страха потерять что-то, что уже имелось, или из страха не получить то, чего я решила, человек делает гадость. Потому что это гадость, потому что это гадость на всю семью. На огромную семью, которая тебя, в принципе, не касается, и на нее тоже. То есть мы отвечаем не только за наши действия, мы за них все равно отвечаем, потому что всегда есть много вариантов событий. Но мы сегодня говорили о том, как правильно относиться к любой ситуации. А правильно относиться к любой ситуации – это первое – признать свою ответственность за эту ситуацию. То есть, а второе – подумать, а может, эта ситуация приведет к чему-то, чего я еще не понимаю. Очень часто мы начинаем проталкивать. Например, нам высшие силы что-то перекрывают, а мы начинаем это проталкивать и проталкивать. До какого-то периода в жизни это нормально. То есть, например, вот как делают молодежь, да? Когда, ну, молодежь в смысле имеется в виду, молодежь до 40. Но, тем не менее, это молодежь. То есть это эго, это они хотят добиться, им надо добиться, у них эго очень высокое, и они должны добиться чего-то в жизни. Не проталкивая, у них ничего не получится. Потом наступает какой-то период времени у человека, который должен посмотреть вовнутрь, не снаружи. Я просто вот перед тем, как закрыть, сесть нашу передачу, расскажу просто. Я недавно прослушала, есть такой Садгуру, он просто потрясающий просветленный человек, и он сказал так, вот мы когда что-то происходит с нами нехорошее, мы поднимаем глаза кверху. И все поднимают глаза кверху, то есть смотря на Бога, да? Ну и на южном полушарии, мы же говорим, что у нас Земля круглая, мы сегодня не будем про плоскую Землю говорить. То есть Земля круглая, а на южном полушарии тоже поднимают глаза кверху, и где-то на экваторе поднимают глаза кверху. А где же верх? Плюс она еще ко всему же крутится. Так вот, мы не туда смотрим. Мы смотрим все время наружу, ища виноватых в том, что с нами происходит. И когда вы посмотрите, обратите глаза вовнутрь себя, вы увидите, что все происходит, потому что это бессознательное, подсознательное решение нашего же самого, нас самих.
И только изменив самих себя, мы можем поменять наше, то, что происходит в нашу жизнь. Поменяв себя и только. То есть что значит поменять себя? Это поменять отношение к жизни, поменять верования. То есть те верования, которые были нам навязаны обществом, навязаны той семьей, в которой мы родились, и навязаны многими-многими жизнями. Мы все уже жили, не надо не забывать, что религии навязаны. Не забывать, что мы прошли не одну жизнь. Я же много раз сказала, я надеюсь, что вы верите в то, что мы проживаем не одну жизнь, иначе было бы просто неинтересно жить. Но если мы прожили много-много жизней, то большинство из нас уже жило вот эти последние 5000 лет во время существования всех наших религий. Угу. То есть, при том, кстати, я очень хочу еще раз сказать, пожалуйста, помните, мы были всем и вся. Мы были евреями, мусульманами, христианами, турками, я не знаю, этими монголами. Мы были всем и вся. Поэтому самое главное не осуждать, не судить, любить всех, дарить друг другу любовь, как я дарю вам. И желаю вам счастья и любви. Присоединяйтесь к нашим ретритам 21 июня, 6 июля и 17 июля. Приходите на встречу женского клуба. Мой телефон 224-688-0155. Спасибо большое, Нина. Спасибо за интересный рассказ. И я надеюсь, что мы продолжим в том же духе в следующей нашей встрече. Будь здоровенька. Спасибо.